Одним из важных методов исследования является метод расспроса. Такие явления, как навязчивости, без расспроса нельзя установить. Послушайте рассказ о фобиях и тревожных событиях. Появились неуверенность. Почему, собственно, я не стал даже и врачом? То есть такая чисто невростеническая неуверенность. Рецептура. Не перепутал ли я дозировку? Не 0,3, а 0,5, и там 0,2, и, может быть, это тяжелые последствия могло бы вызвать. Это всюду проглядывает чисто неврастенического порядка неуверенность в себе. Не говоря о том, что это, как классический такой случай, именно запирание там двери и так далее, я закрываю дверь. Я вижу, закрыл все как следует. Возвращать. Я смотрю, закрыт. Я тогда трогаю за замок. Его тяну. Не открывай. Душка не открывается. Я пробую. Ну, этого мало. Я пробую еще душку. Не открывается. Этого мало. Я снова душу смотрю. Пробую. Я думаю. Если я вижу, что это ненормально. Это меня начинает волновать. Потливость вызывается такой вегетативный порядок и так далее. Я тогда еще раз опять напрягаю все свои силы, потому что не было никакого здесь движения. Понимаете ли вы нелепость ваших страхов? Совершенно верно. Настолько нелеп. Знаю, а ничего не могу сделать. Мне надо быстро переключиться с тем, чтобы не оказаться опять во власти этого вот страха и неуверенности. Потому что если я только что еще один раз проверю, я окажусь опять во власти этой вот неуверенности. И опять раз 20 должен проверять. Уж сознавая то, что это все ненормально, сознавая то, что я ниже других, сознавая то, что мне будет трудно жить и трудно жить вечно. Настолько нелеп. Знаю, а ничего не могу сделать. Все характерность в том, что я прекрасно понимаю.